Просыпайся, Хакасия, я Виктор Буров. Вы смотрите «Вести утро». Целый парк бабочек открылся в Абакане. 200 тропических насекомых на время поселились в здании Республиканского музея. Там начала работать уникальная выставка. Подробнее о красочных экспонатах наш следующий материал. Посетителей выставки встречают более 200 тропических бабочек. Они везде – на потолке, на стенах, в воздухе. Огромные, разноцветные, нереально красивые. Совершенно не боятся посетителей, садятся на одежду, на руки, на волосы. Они все большие, цветные. Яркие, что самое интересное, яркие. Необычные, в общем, очень. Интересно? Очень, это круто. Бабочки из Эквадора, Мексики, Малайзии, Филиппин. Куколки приходят посылками из Юго-Восточной Азии и Южной Центральной Америки. Их помещают в специальный роддом, где поддерживается микроклимат экваториального леса. Здесь бабочки и появляются на свет. Есть у нас очень красивые бабочки, например, как парусник полинур, их еще называют изумрудные принцессы. Коллеги Атрей, коллеги Мемнон, которые имитируют совиный глаз, тем самым отпугивают себя, птичек. Ну и очень красивые сами по себе. Южных крылатых красавиц можно будет увидеть в Республиканском музее еще почти 3 недели, до 9 сентября. Наперебой друг с другом экзотические птицы соревнуются в красноречии. Одна из них – малукский кокоду-персик, особь крайне редкая. В России их осталось всего 5 штук, и как раз один из них сейчас гостит в Хакасии. Вместе с ним в стенах Республиканского музея почти целый месяц будут жить суриката, енот, тигровый питон, вараны и ящерицы, и большинство из них можно потрогать и покормить. Мне очень понравилась эта выставка. Больше всего мне понравились змеи, вот различные гекконы, черепахи. Приехала в Хакасию и африканская шпароносная черепаха по имени Тортила. Дети от нее без ума, ведь где еще можно прокатиться верхом на панцире? Тортила – настоящий тяжеловес среди животного мира. Поднимает до 60 килограмм, причем по дружбе катает и своих коллег по зоопарку. Самым маленьким посетителям понравятся пушистики. Это кролики, шиншиллы, морские свинки. И никого не оставит равнодушным макака Люся. А у меня на этом все. Смотрите нас завтра в это же время. Не проспите главные новости республики. А этот четверг пусть принесет вам удачу и хорошее настроение.